Каспийчане активно принимают участие в выборе будущего президента Российской Федерации. С самого утра на избирательных участках города проходит масштабное голосование. Несмотря на рабочий день, в залах многолюдно. Первыми избирателями в школе номер один стали глава Каспийска Борис Гонцов и председатель собрания депутатов города Абдуллахид Джаватов, которые решили и поддержать акцию на выборы всей семьей. В этот сегодняшний день выборов на пост президента России мы пришли всей семьей выразить свою гражданскую позицию. Мы призываем всех граждан России прийти на выборы. У нас долго, еще 3 дня впереди, можно спокойно прийти. Я думаю, каждый найдет свой полчаса, час, время, чтобы посетить избирательный участок и выразить свое мнение. Ведь от этого будет зависеть следующие 6 лет, в каком государстве мы будем жить, и с кем будем жить, и как мы будем жить. Все на выборах. Приняли участие в семейной выборной акции и многие другие жители города. Фотограф Алена Нурмагомедова пришла голосовать с мужем и дочкой. По словам девушки, они всегда активно участвуют в выборах, ведь именно от голоса каждого горожанина зависит будущее страны. Сегодня 15 марта, первый день выборов президента России. Я со своей семьей решила поддержать российскую акцию на выборы всей семьей. Мы с мужем и дочкой пришли сделать свой выбор. Сегодня тот самый важный день для российского государства, когда нужно прийти и сделать свой правильный выбор. Именно поэтому мы сегодня здесь. Мы его сделали, мы ждем результатов. Приходите на свои избирательные участки. На участках сегодня, 15 марта, присутствуют и те, для кого данные выборы стали первыми. Сегодня для 18-летних голосующих граждан были подготовлены подарки. Пришел на первые свои выборы, потому что мне не безразлично будущее нашей страны. Так я считаю, что каждый гражданин Российской Федерации должен принимать в выборах участие. По словам представителей участковых избирательных комиссий, работа началась вовремя, с 8 утра в штатном режиме. Избиратели приходят активно и отмечают, что выборы президента страны – это очень важный и ответственный шаг. На наш участок приходят как и взрослые избиратели, так и молодые. А также на наш участок приходят с целыми семьями. Тем самым они поддерживают акцию, которая проходит на территории нашей страны, на выборы всей семьей. На территории избирательных участков параллельно проходят и выборы благоустройства. Устройство общественных пространств. Волонтеры помогают гражданам проголосовать за ту или иную территорию, которая будет реконструирована в Каспийске. Вместе с тем на базе участков организованы тематические мастер-классы, где любой желающий может изготовить флаг, браслетик и многое другое. Отметим, что сегодня свои голоса также отдали и представители маломобильной группы граждан. Как мы все знаем, до сегодня проходят выборы президента Российской Федерации. Тоже приехал проголосовать и делать свой выбор. И ведь это не простые выборы, выборы президента Российской Федерации. Это очень важно, кто у нас будет во главе, кто у нас будет президентом Российской Федерации. От этого зависит наша жизнь и наше будущее, будущее наших детей. И хочу обратиться к нашим каспийчанам, что пришли, проголосовались и делали свой выбор. Отметим, что сегодня, 15 марта, свой выбор уже сделали депутат Народного собрания Республики Дагестан Заура Сулов, народная артистка Дагестана Айшат Айсаева, олимпийский чемпион Гайдарбек Гайдарбеков и многие другие.